Есть, да, очень много же, а мошенников, ну, уходят от налогов, уходят еще это от чего-то, это отмывает много денег на о благотворительности, но есть истинные, ну, потому что Россия, она исторически, ну, у нас были великие благотворители, это Мамонтов, это, ну, мы помним и знаем, их множество было, их, ну, это упоминать всех нет смысла. А благотворительность, она еще в чем? В том, чтобы отдать людям работу. Вот, работу, не деньги дать, а работу, удочку дать. Удочку, вот, ну, Морозов и так далее. Их очень много у нас в России. И их нужно лелеять, этот класс людей, которые, ну, уже обжились, у них уже все есть. Нужна это ответственность бизнеса моральная.